Парк «Живые алмазы» Якутии сохраняет экосистему промышленного города. Пригородный парк расположен в 11 километрах от Мирного и с момента открытия стал излюбленным местом отдыха для жителей и гостей района. Продолжит Любовь Васильева. Парк «Живые алмазы» Якутии был открыт в 2009 году, и на сегодня здесь содержится около 70 голов диких животных и птиц. Много парнокопытных, среди хищников бурые медведи, павлины, глухари. Есть курятник и псарня. Уникальность парка в том, что многие обитатели живут вне вольеров. Вот летнее время мы их запускаем. Вот у нас огорожено 295 гектар, по периметру 7 километров 680 метров. Тут и травка, и тут озера, и купается. Вот у нас оводов очень много летнее время. Ну, их тут без воды закрывать тоже нерезонно. Животные мучаются, поэтому мы всех выпускаем в полувольном содержании. Они прекрасно ходят. Для промышленного города сохранение флоры и фауны имеет большое значение. Акционерная компания «Алроса» для содержания, строительства инфраструктуры заповедника ежегодно выделяет до 4 миллионов рублей, а работники круглый год заботятся о состоянии каждого животного. Сеном кормят обычно, и комикорм дают. Их кормят два раза, утром и вечером. Зимой и летом они постоянно тут в вольерах. И зимой, по-моему, себя чувствуют вполне комфортно. Все любимчики, если так сказать. Бизон, наверное, только особое внимание, так как это краснокнижные животные. Детишки, если приходят, они обычно за кроликами гоняются, за курами гоняются, так они любят. Ну, им-то вообще тут нравится же, детям-то они в восторге от животных, от всего тут, от парка. В эти дни природный парк посетил глава Якутии Егор Борисов. Он положительно оценил социальную ответственность алмазодобывающей компании. Парк растет, прибавляются новые обитатели. С годом экологии Минохраны природы выделила двух бизонов, которые успели адаптироваться новой среде обитания. Работники парка уже в следующем году ждут у них прибавления потомства. Для этого здесь созданы все условия, чтобы сохранить естественную среду обитания животным и по организации отдыха для гостей. Любовь Васильева, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Мирный.